вакцинироваться должен каждый. И мы же когда-то победили в 20 веке оспу. Я думаю, победим и коронавирус. Но только если у нас будет массовый иммунитет. А для того, чтобы у нас был массовый иммунитет, нам нужно прививаться. Вначале осматривает терапевт, потом проводится электрокардиограмма, потом кардиолог, и только после люди попадают к нам на вакцинацию. Просто так никому прививки не делают. Пришла на вакцинирование потому, что нет возможности добраться до Троицкой центральной поликлиники.